Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Часто мы, когда помолились, когда прочитали намаз, сразу же выходим из намаза. Спешим, забываем поминать Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, делать тасбихаты. Однако в достоверном хадисе ан аби хурайра радиаллаху анху, который приводит имам Муслим и другие имамы, в достоверном хадисе, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Посмотрите, какая великая милость от Аллаха субхану ва тааля, великий подарок для нас". Где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ман саббаха Аллаха фи дубри кулли салати 33 ва хамида 33 ва каббара 33 фатилка 99 ва кала тамам аль-миа ла илаха илля Аллах вахдаху ла шарика лах лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир куффират хатаяху ва ин канат мислу забад аль-бахр". Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в конце каждой молитвы скажет 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулиллах, 33 раза Аллаху Акбар, и это 99. И сотое слово будет ля илляха илля Аллаху вахдаху ля шарика лах лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир, то простятся ему прегрешения, ошибки, даже если их количество подобно пены в море. Посмотрите, сколько пены в море. Если столько грехов у раба Аллаха Субхану ва Тааля, столько прегрешений, столько ошибок, все это Аллах Субхану ва Тааля простит всего лишь посредством вот этих 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля, 33 раза Аллаху Акбар, и на сотый раз сказать Аллаху ла илляха илля Аллаху вахдаху ла шарика лах лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Так что не забываем это, уважаемые братья и сестры, и не пускаем эту великую милость, подарок для нас от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.